Re, viss ēters ir te! Ну что ж, как мы и обещали до рекламной паузы, прямо сейчас в нашей студии станет очень-очень жарко. Градус уж точно начнет расти, потому что у нас в гостях жаркие ритмы латиноамериканской-балтийской нашей латвийской группы, которая называется Los Nens. С музыкантами знакомим вас, дорогие телезрители, прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы знаете, на самом деле гостей у нас сегодня так много, что мы просто боимся запутаться, тем более, что есть имена совершенно экзотические, поэтому мы, наверное, возложим миссию знакомства. Александр Кузьмин, гитара. Поскольку вы являетесь участником этого коллектива и близко знакомы со всеми, кто сегодня на студии, познакомьте нас, пожалуйста. Да, большое спасибо. Добрый вечер. На самом деле я очень близко знаком с каждым из участников группы. Значит, в составе группы Los Nens Matsue. Мацуа, она кубинка из Кубы. Uh-huh. Да? Да-да. Откуда? Какой город? Гавана? Гавана, да. Город Гавана, столица Кубы. Хавьер тоже из столицы. Да, но не Куба, Испания. Да, из Мадрида. Тоже из столицы. Ну, может быть, тоже. Тони Гелла играет перкуссии, кахон сегодня. Лаури Самантос, джазовая звезда, латвийская джазовая звезда, тромбон, Норманс Песис, тоже джазовая труба, прям, скажем так. Прям как-то неприлично к звездам джаза сидеть спиной, вы уж нас простите, дорогие звезды. Вот. Хорошо услышать. Это точно, прямо в ухо будет звучать нам сегодня труба. Вы знаете, судя по тому, что наши гости, которые из Кубы, так хорошо понимают, о чем мы сейчас говорим, говорят немножко и по-русски, и по-латышски. Стало быть, вот расскажите еще немножко, Александр, кто, откуда, как вы вообще объединились, как вы нашли друг друга? Вы живете здесь, в Латвии все? Да, так получается, что Мацу приехала в Латвию уже несколько лет, живет здесь. Хавьер больше 10 лет в Латвии. 14 лет. И каждый приехал по своей причине. Да, у Хавьера руководит, он открыл испанский центр культуры Сенека и руководит этим центром. И главная его работа, можно сказать, это преподавать испанский язык, нести испанскую культуру здесь нашим латвийцам. Мацу занимается танцами, ну и параллельно вот она тоже играет. Какие танцы танцует Мацу? Латиноамериканские танцы. Да. Но их же так кубинский. Много, самые разные Башата. Направления. Какие? Салса, бачата, самба, кизомба. Да. Ну, наверное, самое лучшее знакомство с музыкантами, это, конечно, знакомство, несомненно, с их музыкой. Поэтому давайте попросим сейчас какой-то небольшой фрагмент. Vámonos. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. A la china hay que darle cariño. A la rubia un tremendo apretón. A la prieta hay que darle un besito. Pero todas gozan el vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, 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 qué rico cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, 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 qué rico cha, cha, cha. Unas tienen la cara bonita. Otras tienen nariz de ratón. Hay algunas que piden castillos. Pero todas gozan y el vacilón, vacilón, qué rico vacilón. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilón, qué rico vacilón. Браво, браво!
здорово, на всех языках звучит одинаково. Ну что ж, создали уже настоящее хорошее, жаркое, теплое настроение. Василон, кто это такой? Василон. Ой, как это переводить на русском? Василон это... Но это не Василек. Цветочек есть такой. Нет, это человек, который серьезно никогда не говорит. Василон это, ну, как тусовка. Как говорит, это как бы всегда это тусовка. Да, да. Тусовочка, да. Но повод для того, чтобы мы с вами сегодня встретились в нашей студии, достаточно серьезный. Это ваш большой концерт, который, как мы понимаем, очень давно и усердно готовитесь. 15 февраля он состоится. Может быть, расскажите поподробнее о программе, о том, что увидит, услышит наш латвийский зритель. Да, во-первых, я хотел сказать, что здесь мы не полным составом, нас намного больше. Да. Нам еще присоединится Мигель Эрнандес, который играет перкуссии и традициональные флейты. Uh-huh. И к нам присоединится Май Левис, которая Левис, тоже да. Вторая кубинка, uh-huh. Очень похожа на Мацуэ, uh-huh. Как две капли воды. Так же, как и мы с вами тоже, наверное, для Мацуэ все похожи, как две капли воды, я думаю. И, значит, 15 февраля в Доме культуры ВЭФ мы сыграем первый наш большой концерт, который мы уже так долго ждем и готовимся уже на протяжении долгого времени. Такая группа существует уже много лет, то есть мы уже занимаемся музыкой и вместе музицируем на протяжении, ну, уже 10 лет где-то. Mm-hmm. И, наконец-то, мы созрели и подошли к этому моменту, когда мы говорим нашим фанам, да, 15 февраля мы вместе можем все встретиться в Доме культуры ВЭФ и насладиться группой музыки Lost Nance. В репертуаре Lost Nance совершенно разная музыка. Мы играем, мы исполним салсу, мы исполним кубинский сон, мы исполним традициональную музыку, фольклор испанский. Румба, испанский румба. Очень, mm-hmm. очень важно. Испанская румба, румба фламенко. Мы исполним каталанскую румбу. Будет, значит, звучать музыка на языке басков. То есть это не только испанский язык, но все это как бы это эссенция, можно сказать, испанской культуры, которую, возможно, многие латвийцы не знают. И поэтому мы приглашаем всех и говорим, да, вот 15 февраля вы можете услышать и насладиться. То есть и мы сделаем путешествие по всей Испании, мы прокатимся по Испании, по регионам и отправимся в Латинскую Америку жаркую, где вот эти Василон, Рико Василон, жаркие ритмы. И то есть это будет целое музыкальное путешествие. Как латвийцы реагируют на такую музыку? Все-таки мы народ такой умеренно холодный, а тут такие горячие мотивы, такие горячие танцы. Это неправда. Видите, музыка — это наш язык. Ну, может быть, что человек не понимает, о чем мы говорим, потому что это по-испански, или по-каталански, или по-баски. Да? Баски. Но язык мой одно, нам одно. Это музыка язык. Музыкальный язык. Да. Но, Александр, вы сказали, что вы уже 10 лет собираетесь, музицируете, репетируете. Но не может же быть, что 10 лет и первый раз концерт. Что же вы все это время делали? Почему на большую публику не выходили? Концерты у нас не первые. Концерты были до этого и были в разных местах, и в разных клубах мы выступали. И выступали в конкурсах Origo Summer Stage и Bildes. Да, но это первый концерт, когда мы его объявляем как концерт и открытие тура. Это наш первый тур, то есть мы выступим не только в Риге, мы выступим в Вильнюсе, мы выступим в Алуксне, мы поедем в Литву, мы поедем в Эстонию. То есть это будет эта серия концертов. Как бы. И это для нас тоже большое событие. 10 лет, но мы играем не все 10 лет, скажем, без остановки. У каждого есть свое дело. У меня есть свое дело, у Хавери есть свое дело, Мацуэ тоже занимается танцами, как бы, да, но музыка нас всех объединяет, и за это время, за эти 10 лет просто уже накопилось, получается, уже накопилось. Да. Как все-таки удалось объединиться-то? Таким разным, совсем разным, из разных стран. Как удалось объединиться в один большой коллектив? Ну, если я правильно понял, вы хотите... Как вы встретились все? А, как? Да. Ну, и удача. Создали. Это называется удача. Может быть, только что Латвия очень маленькая, и тогда мы можем встречаться нетрудно. Я первый человек, который знал из этого коллектива, был Александр.
потому что нам друзья, и в тусовке, я слышал, что он играл гитару, я думал, он испанец. Он Василон настоящий. Через стиль он испанец. А я спрашивал, а ты откуда? По-испански. А ты откуда? Я думал, из Малаги, из Севильи. А я из Риги, здесь живешь. Ну да, да, но откуда в Испании? Нет, я из... Ну, я местный. Я местный, да. А вот мы начинали играть, и я поел, и друзья говорил, а вам надо это сделать, ну, с публиком, ну, не только здесь дома, ну, надо уходить. Так. И вот так. И так потихонечку уже собрали остальных. Другие ребята, ребята, да, как присоединились. Друзья. Мацуэ, Тони, вот... звезды джаза. Да, ну это постепенно, это нарастило за это долгое время, как бы, ну этот костяк, как бы, да, можно сказать, да, Хавьер и я, мы костяк группы. Когда хорошо, когда есть костяк, и тогда костяк этот, он обрастает. Уже обрастает, да, уже мышцами обрастает, да, и мы становимся нас больше, и мы становимся сильнее и красивее. Вот. Мы уже видим, да, Андрей хотел. Не, хотел спросить, вот что Александра привлекает в такой латиноамериканской культуре, в испанской музыке, в южноамериканской? Это на самом деле долгая история, и все это началось с любви. Да. И хорошо, когда начинается с любви. Когда есть любовь, тогда есть мотивация. То есть угу. Всего, да. И для музыки, серенаду. Для искусства это очень важно. И когда я встретил свою девушку, сегодня мою жену, она жила в Испании на тот момент, и я на протяжении года я ездил к ней в гости. И, можно сказать, она меня заразила этим вот испанским вот этим особенностью вот этой музыки. Тогда я в Мадриде, мы поехали в Мадрид, и я в Мадриде купил гитару. Первая моя гитара испанская. Я тогда отложил свою электрогитару и сказал, все, я буду играть испанскую гитару. Да. Сложно было переключиться на испанскую гитару? Это же особая техника, это же совершенно да, другое. Сложно, это требует определенного времени, определенного вложения, да, это другой принцип, другая техника игры, ну да, да. Все возможно. Мацуэ так прекрасно танцевала во время исполнения музыкальной композиции. Вот хочется спросить, на концерте, где будет звучать латиноамериканская музыка, можно ли будет танцевать? Да, да, да. Конечно. И вот мы тоже видим в руках очень интересный музыкальный инструмент. И вообще вот мы читали пресс-релиз о том, что будет множество самых интересных и таких, может быть, для нас действительно экзотических музыкальных инструментов. Там, кубинские быть... аутентичные инструменты. Да, да, да. Вот, это вот это и есть, да? Это настоящий, да. Лёд очень аутентичный. Куба. Да, даже написано Куба. Это тыква. Этот инструмент сделан из тыквы. Вырезан. Из кубинской тыквы. Да, из кубинской, соответственно, из кубинской выбрали, значит, все внутренности. И вот, да, и получился такой гуиро. Гуиро называется. Его используют в кубинской народной музыке. Или традиционной музыке, да? Ну, может, еще пару слов об инструментах? Вот главные инструменты вашей группы. Кахон. Кахон, ну, родом, наверное, Перу. Я думаю, что на самом деле, но его используют в музыке фламенко, очень распространено. Но оригинально его везли из Латинской Америки. То есть такой я ящик. Сам не знал, что это из Перу. Я всегда думал, да, это наши, это Испания, это фламенко, кахон. Так все страны думают, да. Да. Но фламенко, фламенкисты, так сказать, они повзаимствовали этот инструмент, и он очень хорошо сочетается с гитарой. С акустической гитарой, так как мы играем, мы исполняем музыку акустическую, то есть все инструменты, не будет никакой, ну, скажем, электрообработки, да, то есть музыки будут все живые инструменты. И кахон, значит, будут конгос, бонгос, будут клавес, будет кампана, это я говорю на испанском языке, возможно, на английском они звучат немного по-другому, названия инструментов. Но мы привыкли их обозначать на испанском, так как мы испанская группа, латиноамериканская. Мы немножко узнали историю вашу, Александр. Мне, конечно, не терпится спросить у Хавьера, и у Мацуэ, а что вас привело из таких жарких, солнечных стран к нам сюда, в нашу холодную, конечно же, безусловно, красивую, прекрасную, но вместе с тем холодную и весьма серую, пасмурную Латвию. И как вам вообще здесь живется? Как вот проходил этот первый период, может быть, с вашим южным темпераментом здесь у нас? Как это вообще жить в Латвии для вас? Ну, хорошо, да.
Да хорошо. Я понимаю, что для Мацуэта это больше трудно, не что для меня, потому что в Испании тоже холодно. Ну да, Мадрид не самое теплое место в Испании. Мадрид есть холодно, да. Январь и февраль тут очень холодно. Но и я из Мадрида. Я знаю, что это снег. Это не первый раз видел в Латвии. Но я, знаете, я испанского языка преподаватель. Мой труд и моя работа, это не будет в Испании. Мне надо человека, который не говорят по-испански, а здесь много есть. Здесь много. Тогда я всегда знал, что я не буду жить в Испании. И Латвия красивая, и не такая холодная. И здесь мне нравится, это уже мой стран. И, нравится? Ну, да, очень нравится. Это стереотип, что иностранцы не любим жить здесь. Вам отличная страна, и никуда не идем. Что Мацуэ привело сюда? Да, потому что с Хавьером-то все понятно. Все понятно, Мадрид, Латвия. Любовь. Ну, расскажите чуть-чуть. Ну, нет. Я не хочу. Ну, давайте тогда меньше разговоров, больше музыки. Давайте еще что-нибудь послушаем замечательно. А может быть, и станцуем? Давайте. Su sirena, fueron los bomberos con su campana, su sirena. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Que el cuarto de Tula le cogió candela. Еще раз мы благодарим вас за эту атмосферу, за эту музыку, за эти танцы. Нашим телезрителям мы напоминаем, 15 февраля во Дворце культуры ВЭФ пройдет большой, прекрасный, жаркий концерт латиноамериканских ритмов группы Los Nens, которые сегодня были у нас в гостях. Благодарим вас, спасибо большое, что пришли.